Здравствуйте. Вы смотрите программу «Открытая книга». Если вы ищете Бога и хотите понимать Священное Писание, эта программа для вас. Открывайте Библию вместе с нами. Сегодня мы продолжаем изучать книгу притчи Соломоновых, и в этом нам помогает священнослужитель Евгений Павлович Марьян. Евгений Павлович, очень рада снова приветствовать вас в нашей студии. Здравствуйте. И мы продолжаем изучать третью главу книги притчи. Вот в этой главе есть такой текст, который говорит о том, что... Ну, вот здесь образы очень любит Соломон использовать. И он опять говорит о мудрости и говорит, что в ее правой руке долгоденствие, а в левой руке богатство и слава. То есть рука об руку идет мудрость и долгоденствие, мудрость и богатство и слава. Как это понимать? Вот а особенно вызывает вопрос богатства. Некоторым людям кажется, и это не безосновательно, что Бог не очень одобряет богатых людей. И богатому трудно, как говорится, войти в Царство Небесное, потому что многими страстями он движется, и богатство может ну, к себе привязать, сребролюбие, вот от этого очень тяжело уберечься. А тут вдруг Соломон говорит, что рука об руку с мудростью, именно с божественной мудростью, идут богатство и слава. Как это понять? Я предложил бы прочитать весь отрывок, да. чтобы нам все это совместить, соединить. Мы будем читать третью главу 13 текста. «Блажен человек, который снискал мудрость, и человек, который приобрел разум». Потому что приобретение ее лучше приобретение серебра. И прибыли от нее больше, нежели от золота. Она дороже драгоценных камней. И ничто из желаемого тобою не сравнится с нею. Долгоденствие в правой руке ее, а в левой у нее богатство и слава. Вы правы, что отношение к богатым людям неоднозначное. Но именно как раз в этой главе Соломон поднимает успех Противоречит ли богатство человеку или нет? Противоречит ли оно вообще, в принципе, и является ли оно грехом? Здесь мы считаем о том, что нет. Потому что не всегда богатство подразумевает нечестный заработок и прибыль. И здесь мы видим сочетание и долгоденствия, и богатства. Но при условии снискал мудрость который приобрел разум, тот человек счастлив. И интересен 15 текст. Мудрость дороже драгоценных камней, и ничто из желаемого тобою не сравнится с нею. Я бы здесь привел слова Иисуса Христа, который говорит, ищите прежде Царство Божие и правды Его, а остальное все приложится вам. Соломон делает акцент и ударение как раз на эту деталь. Поиск Царство Божье. Потому что то, о чем он говорит, он говорит об успехе человека, который верен Богу. Mm -hmm. И он хочет подчеркнуть, чтобы понять долгоденствие в правой руке, а в левой у нее богатство и слава. То есть человек, который стремится к тому, чтобы жить праведно и свято, не будет бедным, он будет в чести, он будет почитаемый и уважаемый, потому что он сотрудничает с Богом. Нигде в Священном Писании мы не считаем, что богатство – это грех или противоречит вообще бытию человека. Другой вопрос – как сохранить правильное отношение к богатству, как приоритеты правильно расставить в этом вопросе. Почему это очень важно? Потому что 17-й текст и 18-й дополняют как раз эти мысли. Чем? пути ее, то есть пути мудрости, пути приятные, и все стези ее мирные. Они древо жизни для тех, которые приобретают ее, и блаженны, которые сохраняют ее. Здесь интересное выражение. Древо жизни для тех, которые приобретают мудрость. Следовательно, из этого вытекает очень важная тоже мысль. В Царстве Божьем древо жизни присутствует. Книга Откровения об этом нам говорит и книга Бытия. Когда Бог сотворил Адама и Еву, древо жизни было. И здесь Соломон не без основания как раз использует эту фразу. Поэтому человек мудрый, который снискал эту мудрость, он будет иметь от этого древо жизни. Это своего рода как прибыль, как возможность, как доверие Бога, данное человеку для того, чтобы правильно распоряжаться теми благами, которыми Бог его благословляет. Вот интересно, я представила такую картину. Сейчас мы достаточно далеки от природы. Мы живем в больших городах, вот в этих коробках кирпичных или бетонных в домах наших. Но на природу выбираемся не так часто. Ну, во времена царя Соломона все-таки люди жили ближе к природе. И вот здесь написано «пути ее, пути приятные». Все, все стези ее мирные. Она древо жизни. И я представляю, вот коли скоро уж Соломон пишет образно, все он описывает в образах, я представляю себе вот дорогу где-то через луг или через поле. И это приятная дорога, по которой приятно идти, приятно, может быть, вдыхать аромат трав это путь мирный, на котором на тебя не нападут разбойники, да, потому что в те времена это нередко бывало, э, как бы нападали на людей, грабили их и убивали, и ранили. Вот. И не нападут на тебя, и ты спокойно идешь, и она как древо жизни. То есть это настолько сильный и красочный образ? Безусловно. Безусловно. В этом и как раз отличие всего этого описания, когда касается вопроса Соломон, долгоденствия и богатства. Дело в том, что сегодня, когда неравенство, социальная несправедливость, естественно, люди с подозрением смотрят на людей состоятельных. Часто мы слышим, честным путем нельзя этого заработать, построить коттедж хороший, и тому подобное. И это приводит к ропоту, к зависти. И это уже навлекает на жизнь человека подозрение, состояние здоровья ухудшается, потому что многие этим живут. Они как бы смотрят в чужой кошелек. Mm -hmm. Но здесь вопрос Соломон затрагивает не просто о богатстве ради богатства. Mm -hmm. Есть следствие и причина. Следствием долгоденства и богатства является приобретение мудрости и разума снискал. И вы правильно подметили, что описание вот этих всех образов как прекрасная тропа, ведущая к цели. То есть человек не думает о богатстве, это награда от Господа. Угу. И естественно, что такой человек будет жить спокойно, и он будет жить в мире. Поэтому Соломон, как бы используя этот образ, он еще направляет нас к тому, что мир который предлагается Богом, он безопасен. Ведь сегодня, если посмотреть на людей состоятельных и богатых, у них забор и дома, одетые в металл, куда пробраться не так просто. И это своего рода тюрьма. Потому что человек хочет сохранить то, что накопил. А как можно жить в таких обстоятельствах и условиях? Всегда смотреть через окно на решетку. Так это что за коттедж красивый, Два-три этажа и весь в решетках. Естественно, что это ненормальное состояние, поэтому есть человек, у чего бояться, чего опасаться. А сегодня, естественно, все, что человек имеет, подвержено нежданным гостям. И Священное Писание говорит, что второе пришествие Христа будет как тать то есть как вор ночью. Никто не ожидает. Да. Я вспоминаю один случай из моей службы в армии. Я проснулся где-то в час или в два ночи. А в то время у нас процветало воровство. Никто ничего не знает, дневальный стоит, ничего не видит. Я смотрю, дневальный ходит по рядам и что ему надо, забирает. Но я думал, ко мне он не подойдет, а если подойдет, то я смогу защитить свое, что у меня есть. В армии не так много там при себе можно иметь, но оказалось, что он меня уже почистил. Я остался без того, что у меня было совсем ничего, но я знал, где его найти. И все ребята, которые утром поднялись и говорили о пропаже, я им тихо на ухо сказал: "Гневальным идите, он вам подскажет, где это можно найти". Поэтому опасения сегодня есть в отношении того, что накоплено, но именно здесь показан тот образ, что данный человек, который в отношениях с Богом правильных, у него пути. Мирные. И здесь, продолжая эту мысль, с 21 стиха, смотрите, как красиво Соломон раскрывает безопасность такого человека, который приобрел мудрость и разум. «Сын мой, не упускай их из глаз твоих, храни здравомыслие и рассудительность, и они будут жизнью для души твоей и украшением для шеи твоей». И обратите внимание на 23 текст. «Тогда безопасно пойдешь» по пути твоему, и нога твоя не споткнется. Когда ляжешь спать, не будешь бояться, и когда уснешь, сон твой приятен будет. Не убоишься внезапного страха и пагубы от нечестивых, когда она придет, потому что Господь будет упованием твоим и сохранит ногу твою от уловления». Я иногда привожу такой пример. У кого подушка под головой вертится ночью? Кто беспокойно спит. Вертится у того, кто что-то чувствует. Он ожидает гостей, что к нему постучат, а он не готов встать и дать ответ. Но заметим здесь, как Соломон описывает, что тот, кто снискал мудрость и благоволение у Господа, спит как спокойно. Ему нечего бояться, ему нечего опасаться, потому что Господь, упование его и охрана его от улавления. То есть богатство, о котором мы говорим, это не богатство ради богатства, а следствие Божьих благословений. Потому что мы читали с вами в правой руке долгоденствие, а в левой у нее богатство. Mm -hmm. Это мудрость, которая дана Богом прежде всего. И это Божье благословение, которое он изливает на тех, которые стоят на его стороне. Ну вот все-таки, Евгений Павлович, вот э, не убоишься, ну, может быть, мы и не будем бояться, но это же не значит, что мы, мы застрахованы от э, злых людей, от каких-то несчастий. Ну, в жизни каждый человек скажет, что даже верующие люди попадают в очень неприятные ситуации и сталкиваются Бывает. с потерями. Ну, а эти слова? Вопрос, вопрос не в этом, что мы должны бояться за приобретенные или Богом благословленные имущества. Вообще-то мы не должны приземляться настолько, чтобы держаться хваткой рукою за то, что у нас есть. Мы же понимаем, что мы здесь гости и ждем обновления этой земли. Если мы будем держаться за это богатство, ну что ж, рано или поздно оно уйдет. Да и так оно уйдет, хотим того или нет мы приходим в этот мир богатыми или ни с чем? Ну, как есть такое хорошее высказывание, когда игра заканчивается, и король и пешка попадают в одну коробку. Поэтому мы как пришли в этот мир, так и уходим из этого мира. Поэтому здесь вопрос, и на что я хочу обратить внимание, именно на отношение к богатству. Хочешь жить счастливо, не бойся, что у тебя кто-то что-то возьмет. Но по сути, скажем так, что у человека верующего можно только одно взять. Это какую-то часть имущества, больше ничего. Верующий богатеет у Господа. И он собирает сокровища у Господа. А что значит богатеть в Господа? Вкладывать благоугодные дела. И дальше эту тему Соломон раскрывает. Не отказывай в благодеянии нуждающемуся, когда рука твоя в силе сделать его. 27 текст. Вот это и есть богатеть у Господа. И в 28 тексте. Не говори другу твоему, пойди и приди опять, и завтра я дам, когда ты имеешь при себе. Современный человек, у которого есть богатство, он крайне не любит, когда к нему приходят люди с какой-то просьбой. У него первая мысль: снова пришли просить. Нахлебники, лентяи. <сум> Много <сум> всяких разных. Я тоже вспоминаю встречу зла администрации в одном из городов. Естественно, такие люди, ну, особо без приглашения не любят, чтобы к ним приходили. Ну и естественно, я пришел, представился, кто я, пастор церкви, такой-то, такой-то, и он на меня смотрит с такими глазами. И не понимает, а что я сейчас ему скажу, что я у него по сути хочу просить. И я ему говорю: я пришел с вам, к вам только познакомиться. И если вы не возражаете, я хочу попросить у Бога благословения на ваше служение, потому что вы здесь, как слуга Божий, что вы заботились о благосостоянии, уверенной вам территории и людей. Да, немножечко он так дал слабинку чуть-чуть, потому что я ничего не просил естественно, ответ я знаю, каким бы был. И люди не привыкли к этому. Поэтому тем паче богатый, он уже, его дрожь берет, когда только открывается рот о деньгах. Скупость и жадность. Вот это проблема. Поэтому богатеть у Господа, когда ты не отказываешь, в благодеянии. И почему долгоденствие в правой руке, а в левой богатство? Потому что богатый, получивший как следствие благословений Божьих, правильно определяет предназначение этого богатства. Вот, да. Вот это мотивирует. самая важная часть. Он мотивирует себя на то, что получил, нужно отдавать и не бояться, что останешься ни с чем. Вот этого Бог хочет видеть у современных богатых людей и ожидает от них. Но без Бога это невозможно. Ну, я думаю, что, может быть, Бог и не требует, чтобы мы прямо ни с чем остались. Все равно, когда у человека очень много, и он хотя бы небольшими порциями помогает тем, кто в этом нуждается, никто же не вынуждает тебя отдавать все, снять с себя последнюю одежду. Вот. Но дело ведь еще в чем – Люди боятся мошенников, люди боятся, что на их богатстве будут действительно наживаться пользоваться им будут не те, кто нуждается, а наживаться ленивые люди, которые не хотят работать сами, которые привыкли только просить, привыкли там выпивать и не ухаживать за своими детьми, и ну, ведут такой безответственный образ жизни, а хотят, чтобы кто-то им помог. И вот этот страх быть обманутым и помочь не тем, кто действительно в этом нуждается, он, наверное, многих-то и останавливает. Безусловно, это присутствует, и в этом доля правды есть. Но для чего Бог дал нам разум и рассудительность? Вот когда мы читаем о лестнице, лестнице Веры Петра, то он говорит, что добродетели проявите рассудительность. Если я богат, это не значит, что налево-направо раскидывать. Надо видеть истинную нужду. Потому что, по сути, если заниматься благотворительностью или благодеянием, то люди нуждающиеся об этом не говорят. Они не выдают себя и не хотят ничем пользоваться со стороны. Они даже не идут то, что положено по закону, просить. Они обходятся тем, что имеют. Они научились жить сегодняшним днем. Поэтому, естественно, это может присутствовать. Но я всегда сторонник чего. Лучше ошибиться в сторону милости, чем быть строгим судьей. Поэтому не надо бояться, что попадет это в руки недобросовестной личности. В следующий раз, когда придет такой человек, уже будешь знать, как себя вести. Но, как правило, такие люди дважды не приходят к одному и тому же, потому что выдают себя в своем поведении. Поэтому Бог здесь дает мудрость и защищает, э, сохраняет безопасность и жизнь таковых людей. Но ничего, без ошибок никого не бывает. Можно и в этой части пойти на то, чтобы сделать доброе дело. Но этот текст очень важный. Не отказывая благодеяние нуждающемуся. Тот, кто ну, искренне нуждается. Тут написано именно нуждающемуся. Именно нуждающемуся. Не любому. Да. Вот встречному, а нуждающемуся. Да. А как mm -hmm. проявить нужду? Мудрый человек что сделает? Прежде чем дать, он найдет множество путей, чтобы увидеть истинную нужду. Я знаю многих служителей, которые посещали членов церкви в те далекие времена, в глухих деревнях. И, естественно, были проблемы со средствами. И придя в дом, видит, нету угля, нету дров. И он ничего не говоря, просто идет, покупает дрова уголь направляет по адресу. И те все в удивлении, откуда это? Бог дал, Бог подарил. Поэтому вот такая забота, когда знаешь истинную нужду, она будет во славу, во благо, и это не будет в ущерб. Поэтому Бог дает мудрости некоторым людям, как следствие, иметь богатство при правильном его распределении. Вот понимаете, вот вы привели сейчас прекрасный пример очень трогательный, когда человек помогает и как бы вот присылает как ниоткуда, как Тимуровцы да, помогали. Да. Потому что есть люди, которые сильно нуждаются, но они никогда не попросят. Сколько им не говори, просить не стыдно. Не для себя просишь, а для детей. Ты на, на грани там нищеты находишься. Но есть люди, которые ни за что не будут просить. Они пусть будут там корочку за жевать, они не попросят. И как бы когда к ним открыто приходишь и предлагаешь, они говорят: Мне "У надо. меня все есть". А вот именно так вот сохранить достоинство человека. Для человека важно. Но как бы, ну я не нуждаюсь, я не хочу потерять лицо. Я лучше скажу, что мне ничего не надо. А когда это приходит без обратного адреса, ну как ангел послал, вот, да? Вот. А это действительно как от Бога человек послал тебе это. Ну ничего не остается, кроме того, как принять. поблагодарить Бога и принять. Да, да, безусловно. Поэтому вот такие поступки это как предостережение от того, что много нечестных людей. Но все равно нет да нет. Такие люди будут встречаться нам на пути. Поэтому еще раз хочу повторить, что лучше ошибиться в сторону милости, нежели в сторону осуждения. Я хотел бы привести еще один отрывок священного писания, именно касающийся богатства. Чем оно э, может быть для некоторых людей и к чему может их привести? Всем знакомая история. Она записана в Евангелии от Матфея, 19 главе с 16 по 21 тексты. И здесь, что говорит нам Слово Божие? Интересно, пишет э, Матфей. «И вот некто, подойдя, сказал ему, «Учите, благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» Молодой человек, богатый, он чувствует, что чего-то ему не достает. Но здесь именно хочу подчеркнуть, что он богатый, состоятельный. И, задавая Иисусу вопрос, получает ответ на этот вопрос. И ответ весьма-весьма интересный. Иисус говорит ему, соблюди заповеди. Опять-таки, богатство как следствие в сочетании с доверием Богу. Соблюди заповеди. Он с удивлением отвечает, а какие? Вроде бы я живу по закону, ведь все, что я имею, это Божье благословение, я от Господа получил. И Христос перечисляет, не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать, и люби ближнего твоего, как самого себя. Юноша Говорит ему, все, что ты сказал, я сохранил от юности моей, а чего еще не достает мне. И вот здесь, давайте обратим внимание, Христос говорит, хорошо, я вижу, что ты искренне желаешь наследовать жизнь вечную. Поэтому маленькое, чего тебе не достает, все, что имеешь, иди, продай. И раздай кому? Нищим. Здесь не сказано нуждающимся. Ну, нищие, понятно, нуждаются. Нищим. То есть раздели между людьми. Мы не будем вдаваться в тонкости всех этих деталей, но нужно подчеркнуть одно. Здесь, конечно, смущения не будет. Иди, продай все. А с чем он останется? Здесь много есть богословских мыслей, изысканий. Но ну, одна из мыслей, коснусь вкратце, такова, что все, что при тебе сейчас, продай и раздай. нить, Пусть оно тебя не обременяет. Но результат действия и желания э, совершенно о другом говорит нам. Что порою богатый человек, который понимает, что получил богатство от Господа, но неправильно им управляет и его распределяет, сказано, что этот молодой человек отошел с печалью. 22 текст. Потому что у него было большое имение. Печаль. Естественно, он мог жить долго и быть полезным для людей. Но именно здесь Христос подчеркивает, что богатому трудно войти в Царство Небесное лишь только потому, что он это приписывает себе. Он не хочет исполнять заповеди Божьи, потому что Христос касается второй скрижали – взаимоотношения между людьми. И вот если ты видишь нуждающегося, Твоя рука да не оскудеет, чтобы помочь, дать, поддержать. Ведь в Израиле был закон, чтобы не обижать нищего, нуждающегося и бедного. И каждый седьмой год и пятидесятый год они должны были быть снабжены всем для самостоятельной работы и развития своего хозяйства. Все должен им был дать богатый, состоятельный человек, у которого они работали. Mm -hmm. И здесь мы видим, что богатство стало помехой. Вот маленькая вещь богатство и долгоденствие – это желаемое достижение большинства людей. Но здесь человек ходит как по острию ножа. С одной стороны, хорошо и неплохо все это иметь, а с другой стороны, как разделить вот эту грань, чтобы вот это богатство не стало препятствием мне в наследии жизни вечной? Как не пересечь эту грань? Ведь многие верующие люди, забывая о своем призвании, предназначении, больше могут дорожить земным богатством, нежели обретением жизни вечной. Поэтому отсюда мы и замечаем, что многие люди в погоне за богатством, я имею в виду и верующих людей, они разрушают отношения с Богом. И это самое страшное, что может произойти в жизни человека. Угу. И сам не обрел то, что хотел, и не получил желаемого. И другие ничего не смогли от него иметь, потому что, как у этого молодого человека, жалко было расстаться mm -hmm. с тем, что мешало ему обрести жизнь вечную. Хотя Христос ему говорит, будешь иметь сокровища на небесах. Раздай, ты сокровище важное самое в жизни своей не потеряешь. Безусловно. Но мне кажется, что тут вот еще связано с тем, что, возможно, юноша слишком самоуверенно заявил, что я соблюдаю заповеди все от юности. Кто может соблюдать в совершенстве весь Божий закон? Мы знаем, что мы люди грешные. Возможно, Христос поэтому ему встречный вопрос в лоб задает. Ну, тогда, ну, вот, как бы тебе как слабо, как говорят. Да, проверить говорят, практически. Да, а ну-ка, давай-ка. А нет, не могу, не могу все продать. Да, да. здесь Христос проверяет его на практике. И это очень важная деталь, что человек, который заявляет об одних ценностях, оказывается, что он и в других не силен. Угу. И в конечном итоге теряет и богатство, и теряет жизнь вечную. Будем верны Господу, чтобы иметь и долгоденствие, и богатство при одном условии, что мы будем правильно его использовать для славы Божьей. Время нашей программы подошло к концу. Я благодарю вас, Евгений Павлович, за участие. Мы продолжим еще с вами исследовать книгу притчи в следующих наших программах, на следующих встречах. Спасибо. Спасибо До вам. Дорогие друзья, спасибо за то, что это время вы провели с нами. Вы смотрели программу «Открытая книга». Мы желаем вам, чтобы каждый раз, открывая священное писание, вы бы открывали для себя Бога. Всего доброго. До свидания.